О детях замечательно написал Юрий Левитанский. А я написал песню «Дети», она вошла в фильм «Старый двор». Дети, как жители, иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, вещи которым названия нет. Еще им в диковинку наши нравы, и надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, ну просто кружится голова. И вот они ходят, пометки делая и выговаривая с трудом. Это что у вас? Это у нас дерево, а это птица, а это дом. Но чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней, они становятся все пристрастнее, а нам становится все трудней. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за, а мы их гиды, мы переводчики, и не надо пыль им пускать в глаза. Пускай они знают, что не поддельно, а что только кажется золотым. Это что у вас? Это дерево. А это небо. А это дым. Дети, дети, наши дети.